Друзья, денек выдался. Ай-яй-яй-яй-яй. Бегу к Андрюхе. Он нашел. Ну, судя по рассказу, что-то золотое. Не буду пока говорить, что. Но что-то золотое и что-то скифское. Сейчас я к нему дойду. Мне пилить где-то 500 метров к нему. В общем, сейчас я к нему дойду. И мы все посмотрим. Мне самому интересно. Друзья, всем доброе утро, вы на канале «В поисках золота». Выбрались мы с друзьями покопать по скифам. Все в то же замечательное место, где мы копались в прошлые года. По выбитым скифам. По выбитым, да. Колян говорит, что не выбиты, но я думаю, что тут еще все-таки что-то есть. И в надежде, что я сегодня хоть каких-то несколько наконечников найду. Не знаю, как они, но Андрюха я найду. Найдет заколку. Я найду точно. Андрюха хочет заколку. Заказывайте, что вы хотите. Андрюха найдет заколку сегодня. Андрюха хочет заколку найти. Колян, а ты? Что-то у вас такие мелкие желания, блин. Кабанчика золотого, да? Кабанчика, ну ладно, не золотого хотя бы. Хотя бы не золотого. Не надо ждать. А Тёмыч? А мне империя сгодится. Тёмычу империя пойдет. В общем, выехали. Выходные дни. Вчера было Рождество. Всех, друзья, поздравляю с Рождеством. Всех благ. Всего вам самого наилучшего. Будем ходить копать, в общем. Будем ходить копать. Пройдемся по старым местам. Попробуем доходить то, что мы не доходили прошлые года. И я все-таки уверен, что хоть какие-то находки у нас все равно будут. Поселение тут было здоровенное, поэтому надо ходить выхаживать. Все, сейчас разбираем приборы, переобуваемся и погнали. Будут какие-то находки, ребят, я вам все покажу. Обязательно досмотрите выпуск до конца, будет интересно. Кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь. У кого кнопочка красная, нажимайте, чтобы она стала серенькая. Поднимайте статистику канала, друзья. Все, идем искать. Друзья, я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Друзья, хожу тут в таком вот захаращенном месте. Трава растет, ищу такие прогалинки и пытаюсь там катушечкой водить. В общем, есть у меня первый наконечник. Сейчас вам покажу. Смотрите, вот в таком вот месте попался мне первый наг. Вот он. Хорошенький такой, трехлопастной. Блин, жалко, кончик обломанный. Но все равно приятная находочка. В общем, первый есть. Коляныч нашел наконечник тоже, где-то там он ходит. Нашел наконечник, и Андрюха нашел заколку скифскую железную. И у меня вот наг. Андрюха, кстати, туда где-то перебрался, слышу, он там пикает. Слышите? Все, начало положено, друзья. Минут 15 я хожу, от машины отошел. Вот вам первая находочка. Все, идем дальше искать, смотрите. Друзья, у меня еще одна находочка. Смотрите, еще один такой же ранний наг, но уже больше обломанный кончик. Это просто печалька. Печалька печальная. Сейчас встретил комрада. Говорит, приехало их еще 5 человек. Вот такой вот тут прессинг. Еще есть тамгой, по-моему. Какая-то тамга просматривается. В общем, находка. Блин, это я его еще лопатой, наверное, вклепал. Капец. Но все равно хлам. А, или это он отвалился? Он у меня отвалился кусочек. Такие, время их не жалеет, разваливаются. Все, берем, идем искать дальше. Хожу вот в таких вот местах. Есть сигнальчик, друзья. Смотрите. А-а-а, вот он. Иди сюда. Наконечничек. Семочка в этот раз. Блин, я, по-моему, лопатой проехался.
или нет, или это он такой есть. Класс. Класс, крутяцкий. Крутяцкий наг. Супер остренький такой, вообще можно бриться. Супер, супер. Офигеть. Третий, друзья. Третий наконечник. Хожу все там же, в этих хащах. Выхаживаю такие вот места. Сейчас пацанам по рации скажу. Пацаны, у меня еще один наг. Молчат. Молчат. Не рады за меня, наверное. У меня еще один наконечник. Вы что, не рады за меня? Витаю! Поздравляю! В общем, идем дальше искать. Сейчас буду спускаться немножечко ниже. Хочу немножко низину пройти. Попробую по низине пройти. Если там ничего не будет, поднимусь выше, потому что я так почти на бугре стою. Но такой склон, его не видно в кустах, но он тут есть. И вот так вот, а тут сзади бугор, и вот так вот туда идет вниз спуск. А там дальше метров 500, наверное, течет река. В общем, иду искать дальше, друзья, смотрите. Друзья, смотрите, какой прикол. Вот здесь вот сейчас выкопал наконечник, вот здесь вот. Делаю пару шагов. Сигнальчик. Поверхностный 59 бьет. Решил вам заснять. Я думаю себе, что это все-таки наг. Сейчас звук выключу. Кто-то там ходит. Да, прикиньте, наконечник сверху вообще лежал. Офигеть. Кто-то там ломится ко мне. Так, берем, идем дальше искать. Сигнальчик, друзья, выковырял его с-под корней. Где-то здесь. О, смотрите. Еще один. Четвертый. Четвертый наг. Супер. Просто супер. Сейчас комрада встретил. Где-то здесь вот рядышком со мной ходит. Дружище, тебе привет. Вот так вот. Рука занята была. В общем, еще один наг. Совершенно рядышком с тем местом, где я нашел предыдущих два. Вот рядом совсем метров, наверное, ну, может, 10. Вот такие сигналы. Под всякими деревьями, корнями очень плохо, тяжело копать. Ну и трава. И, кстати, клещи есть. Сейчас комрад у себя с перчатки снял клеща. Поэтому, друзья, кто ходит в лес, будьте внимательны и осторожны. Смотрите себя, обсматривайтесь, пользуйтесь этими дезодорантами от клещей. Потому что твари еще те. В общем, идем искать дальше, друзья. Денек мне определенно нравится. Портал открылся. Друзья, пацаны вышли по рации, сказали время обеда, поэтому я направляюсь к машине, и мы будем обедать. Тут такие хащи, не знаешь, куда пройти, так, чтобы не получить веткой по лицу. Вы представляете, через какие дебри приходится пробираться. В общем, что я вам хочу сказать. Клещи есть. Прикиньте. Январь месяц, друзья. И есть клещи. Это, конечно, ужасно. Погода поменялась очень кардинально. Обычно в январе снега по колено. Но уже несколько лет. Я не знаю, сколько лет. Года 4-5, наверное. Такие зимы, что без снега. Можно копать, конечно, в этом плюсы, но для природы это не очень хорошо, я вам скажу. И вода, соответственно, тоже в колодцах
пропадает, за лето пересыхает, осенью, зимой не наполняется. И поэтому вот так вот. Так, пришел я уже почти к машине. Хочу вам кое-что показать. Смотрите, я сейчас на горбу нахожусь. Сейчас развернусь. Смотрите, я сейчас нахожусь на горбу. Вот видите, горбик. Туда вниз пошла низина. И вот здесь вот, я думаю, это был скифский курган. Почему-то даже уверен, что это был скифский курган. И его вот так вот раскопали. Видите как? Точка для кургана просто идеальная. Все просматривается. Самая верхняя точка в лесу. И вот такое вот. Я думаю, что давно-давно его раскопали. Так. Вот такая вот печальная, друзья, история. Пришел я к машине. Что-то я никого не вижу из моих ребят. Где-то видно все-таки далеко. Сейчас накрою пока еды и буду их ждать. Погода классная, просто капец. Дождя нету, вчера лило такое у нас. Лило, дождь, мокрый снег. Все, что хочешь. Сегодня ну, такое затянуто, пасмурно, конечно, но в принципе. Сейчас приборчик пристрою. В принципе, погода шикарная. Для копа вообще идеально. Нет дождя, лес. И что еще надо? Хорошая компания и находки. Так, где мои друзья? Я возле машины, вы где все? Молчок. Молчок и тишина. Вы где? Алло, прием. Идем, идем. О, Тёмыч. Лёха, заходи. Тёмыч, как успехи? Один. Один есть, да? Красавчик. Так, все, друзья, накрываем на стол. И будем обедать, в общем. Пообедаем и дальше отправляемся. Я думаю, что еще несколько наков я сегодня найду. Так что не переключайтесь, обязательно досмотрите ролик до конца. Будет интересно. Вышло солнышко, друзья. Ходить, конечно, в такой траве просто невозможно. Но, тем не менее, вот я выцепил еще один нак. Класс. Ходить вообще нереально, смотрите. Ну такая трава, есть какие-то такие вот маленькие прогалины, я по ним и хожу. Вот так вот. Солнышко вышло, потеплело так сразу. Супер. Еще ребята тут где-то ходят рядышком, слышу, по рации говорят. В общем, наконечник, друзья. Идем дальше искать. Сейчас буду подниматься вот туда вот наверх, выше. Попробую там походить. Потому что здесь как-то очень сильно заросшее все. Все, идем дальше. Друзья, смотрите, тут по всему лесу разбросаны конфетки для хейтеров. Вот есть более старые. Вот еще старее. Это поновее. Есть у меня находка, смотрите. Какая-то мне выпала пришивная блямбочка. Скифская, по всей видимости. Может, отломанное что-то было. Ну, в общем, что-то ихняя оловянистая бронза. Прикольная. Поднимаюсь выше на бугор. Хочу вот здесь вот походить. Тут такое более-менее чистое место. Так что, думаю, сейчас здесь вот похожу. Вот здесь, туда ниже спущусь куда-то. В общем, где-то похожу. Все, друзья, берем штучку. Идем искать дальше. Смотрите. Выкопал сигнальчик, друзья. Бьет очень размазанно. Но я думаю, что это нак. Они все так бьют.
точно, смотрите, наконечник. Крутяк, крутяк. Блин, как приятно их находить. Находкам 2000 лет. И лежат в земле и ждут. Прикиньте, вот последний раз его потеряли 2000 лет назад. И никто к нему за 2000 лет не прикасался. Тоже кончик чуть обломанный. Ну, такое, наконечник маленький. Поэтому плохо бил. Был бы чуть побольше, бил бы получше. Так. Продвигаюсь я, друзья, в ту сторону. Хочу вот этот вот бугорочек обходить. Потому что помню, вот в этом месте я находил наконечники. И вот еще один подтверждение. Еще один наг. Пацаны, там где-то ходят. У Андрюхи, кстати, у Андрюхи классная находка. По-моему, он нашел гривну скифскую шейную. Говорит, круглая такая большая. Потом подойдем к нему, я сниму. Посмотрим. Отправлял мне там фотку в Вайбере, но что-то интернет плохой, но не дошло. Потом пойдем посмотрим. Там Колян еще пару наконечников нашел. В общем, что-то ищется. Не знаю, конечно, что у этих пацанов, которых мы тут встретили. Но я думаю, тоже что-то нашли. Все, друзья, не знаю, какой это по счету. Пятый, шестой. Ну, находка. Класс. Люблю их. Люблю скифов копать. Мне так нравится. Такие сигналы сложные. Но выкапываешь очень приятно. В общем, идем искать дальше. Смотрите. Ребят, хожу минут 30. Уже начал отчаиваться. Вышел я с молодой посадки. Зашел вот в такой вот лес. Вот за моей спиной. Такой более-менее чистый. Ходить вообще замечательно. В общем... Хожу, ничего нема. Ну, блин, как так? Думаю, попадались в этих местах наконечники тоже. И все-таки выходил его, смотрите. Так, где он? Вот он. Крошка маленький такой. Манюсенький наконечничек. С дырочкой. Хорошенький. Хорошенький. Вот это вот все вот начал выхаживать, ну, от края вот этой травы, да, от посадки. Вот это вот все вверх поднялся, вниз спустился. Проходов где-то сделал я 5, наверное, пока его выцепил. Ну и вот, все-таки выцепил. Классный. Все, друзья, берем наг, идем дальше. Сейчас туда вот буду продвигаться, в ту сторону. И попробую зайти за бугор и с той стороны бугра походить внизу. Все, иду дальше. Есть сигнальчик, друзья. Решил онлайн заснять. Мне кажется, что наконечник. VDI не показывает. Сейчас посмотрим. Дробинка, прикиньте. Вот это поворот. Ладно, идем дальше искать.
Друзья, еще один сигнальчик решил заснять. Ну, VDI тоже не показывает, но я копаю в этом месте все сигналы. Сейчас глянем, что там. Сигнал, кстати, поменялся, смотрите. +29 показывает. Наконечник, друзья. Еще одна семочка. Класс. Супер. Супер. Кто-то мне там звонил, сейчас отвечу на звонок. Значит, продвигаюсь я в ту сторону. Хочу вот этот бугорок и за него зайти, походить там тоже. Все, ребятки, супер. Еще один скифский наг. Если не ошибаюсь, то это, по-моему, 8-й. А Коляныч говорил, что здесь ничего нету. Есть еще, есть. И Колян еще нашел несколько наков. И Андрюха, и Темыч все понаходили, в общем. Все, берем. Идем дальше, друзья. Друзья, денек выдался. Ай-яй-яй-яй-яй. Бегу к Андрюхе. Он нашел. Ну, судя по рассказу, что-то золотое. Не буду пока говорить, что. Но что-то золотое и что-то скифское. Сейчас я к нему дойду. Мне пилить где-то 500 метров к нему. В общем, сейчас я к нему дойду. И мы все посмотрим. Мне самому интересно. Сейчас вышел на связь он по рации. Говорит, пацаны, меня всего трусит. Я такое нашел, вы не поверите. Я сразу говорю, золото. Он говорит, да. В общем, иду к нему. Сейчас дойду, все посмотрим. Самому интересно, просто капец. Пока иду, хочется сказать свое мнение по этому всему поводу. Андрюха до обеда зацепился в том месте и выкопал гривну шейную. Или после обеда уже было. По-моему, после обеда. И начал раскручивать место. И вот, пожалуйста, еще одна зачетная находка. Сейчас посмотрим, куда нам идти. Честно говоря, не знаю. Сейчас буду где-то на связь выходить с ним. Пока его не вижу. Иду искать Андрюху, друзья. Дошел, друзья, до Андрюхи. Буду тихонечко говорить, потому что тут вокруг ходят наши конкуренты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Шейная гривна. Офигеть. Вот это прикол. Блин, какая она здоровая, реально. Просто капец. А где нашел? Там. А золото тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята. Вот это класс. Блин, скифское золото, прикиньте. Просто класс. Первое мое золото. Первое Андрюхино золото. Еще и скифское. Вообще, вообще круть. Слушай, ну она какая-то отломанная. Ты ее ни лопатой не перекусил. Я вот ищу. Ищешь вторую часть? Ну, вообще. Крутяк, просто жаль. Вон Тёмыч к нам идет. Посмотреть. Меня самого аж красиво. Я представляю, слушай, оно такое желтенькое, просто капец. Больше 10 петушиных ям закопал. Не кричи. Только не кричи, потому что тут вокруг наши конкуренты. Что ты сметана, это серьезно. Гриповидная сережка золотая. Да ты шо, я сам в шоке. Тёма, я сам первый раз такое вижу. Огонь просто, да? Нет слов. Просто огонь. Нет слов. Андрюха, можно я зафоткаю для Инстаграма? Инстаграм. Все находки, ребят, выходят в Инстаграме у нас. Класс. Пока Андрюха там докапывает яму с сережкой, мы тут Тёмыча маленький с
третьяку наконечник просто. Как семечко. Вообще как семечко. Прикольно. Держи. Класс. Блин, сейчас зафоткаю. Такая четкая вообще. Я думаю, что нет, просто. Ну ты, может, ее и рубанул, Андрюха? Не, я... Не она... рубанул он ее? Нет, она чуть-чуть в серединке лежала. Да? Вот эти кусочки. Сверху? Ну, или... ну, вот так. Класс. Вот вам ORX, ребята. ORX. У тебя, по-моему, включен этот экран, Андрюха. Может быть. Класс, сейчас зафоткаю. Друзья, Тёмыч говорит, что он нашел какую-то подвеску шикарную. Покашка. У тебя в пачке все лежит? У меня хабарница. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот такая вот заколка. Ой-ой-ой. Села. Вот такая вот заколка целая, ажурненькая такая. Это РЖВ, Тёмыч? Да, я знаю. Треугольничек РЖВ. Это сегодня, да. Вот это сегодня, да. Колян говорил, что? Что тут делать нечего, да? Вот так вот, друзья, идем искать дальше. Сильно кричать не буду, потому что тут наши коллеги ходят. Мне хотелось бы, чтобы они слышали. А ну-ка, давай онлайн. Андрюха говорит, что у него наконечник сейчас будет. Нет. И я думаю, что это дробь, Андрюха. Ты бы его уже нашел. Лопата. Я думаю, дробь. 54? Да. Офигеть. Может быть. Мелкая что-то. Угу. Нашел бы уже наконечник. Заколебала тебя. Не найти ее еще. Да. Дробь. Да, я понял. Ты просто ее... Хотел забрать ее, чтобы она второй раз не копать. Ну, правильно. Так, идем искать дальше, друзья. Андрюха красавчик. Лучший, отличился. Молодец. Это лайк. Лайк, подписка, колокольчик и комментарий. Друзья, есть у меня находка. Но что-то меня терзают смутные сомнения. Мне почему-то кажется, что это не скифы. Вот такая вот птичка. Без одного крыла. Ну, как-то очень она аккуратненько выполнена. Такая как накладочка какая-то. Очень четко отчеканена. А может и скифы, даже не знаю, что вам сказать, если честно. Вот такого вот я не находил никогда. Первый раз такое нашел. Где-то второго крыла нету. Но это не я его обломал, это она такая была. Но в целом находка интересная. Знать бы еще, что это такое. У кого есть какие-то соображения, друзья, пишите в комментариях, будем вместе разбираться. Вот такая вот штука. Не знаю, била как наконечник мне. Колян нашел, кстати, где-то там ходит. Нашел заколку, кстати, скифскую, классную, офигенную, большую. В общем, подойдем потом, все вместе соберемся и посмотрим все находки. Мы, наверное, будем заканчивать сегодняшний коп. Уже, в принципе, смеркается. Не знаю, как-то меня видно. Должно быть еще видно более-менее нормально. Я думаю, что будем заканчивать. Сейчас кружок еще петляну и будем идти к машине, в общем. Придем к машине, я вам покажу, что нам всем вместе сегодня удалось накопать. Андрюха, конечно, красавчик, отличился. Молодец. Такую шикарную сережку золотую. Супер вообще. Очень рад за тебя, Андрюха. Красавчик. Все, идем дальше искать и потом к машине. Друзья, проверил еще раз ямку и нашел крыло. Вот такое вот оно загнутое. Ну, не я его сломал точно. Оно такое было изначально.
В общем, есть крыло, можно отреставрировать птичку. И будет такая вот. Но накладка какая-то, железная накладка с чего-то. С чего непонятно. Все, забираем крыло. Иду дальше, друзья. Коляныч, нас дети смотрят. Простите, дети. Ребят, пришли мы, в общем, к машине. Сейчас выкладываем все свои находки. И я вам сейчас покажу. Ну, мои... А, вот, смотрите, значит. Вот это вот мои находки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наконечников, птичка. Какая-то пришивная блямба. Вот это Тёмыча. О, какой классный. Смотрите, да, зачетный, какой четкий вообще, блин, здоровяк такой. Семочка, блин, просто блин, огонь. Просто огонь. И вот такая вот РЖВшная бляха. А ну подожди, на сечечке. Это Андрюхина РЖВшная. Давайте на шею оденем, Коляныч. Не надо, потому что поломаем. Поломаем. Они ж хрупкие вообще. Короче, огонь. Смотрите, какая она. Здоровенная просто. Тяжелая. Андрюха, на какой глубине она была? Не знаю, больше штыка. Больше штыка. Не знаю. Короче, патина шикарная, вообще просто шикарничая. Я тоже не промахнулся. Ты бы не промахнулся, да, Колян? Андрюхина. Серьга. Просто шик. Тёмыч, подожди, сейчас я Сережечку ж положу. Колян, давай свои. Что там? О, покажи. Ой-ой-ой. Коляныч. Вот этот наг жирный, блин. Колян, давай поменяемся на... На что ты поменяешь? На рыжика давай. Рыжик не мой. Что-то похожее у нас уже было, по-моему, да, Колян? С таким же орнаментом. Нет, у меня их штуки 3-4 где-то. Не, у меня их да больше, нет. Просто погнутые. Классные. А это целое. Хочу такую заколку. Колян, давай я тебе что-то отдам взамен. Давайте таких погнутых, у меня просто... Давай, я выровняю. Хорошо, я тебе подгоню. Вот пришивная какая-то штучка. О, я такую же нашел, вон лежит, смотри. Видишь? Так у тебя это не серебро? Да у скифов не было серебра. Как это не было? Да, не было у скифов серебра, лавянистая бронза была. Смотри, взял всю инсталляцию и развалил. Мне кажется, что она... Смотри, не, это лавянка. Меняемся. Патина как ужин, эти заколки железные. Взял, развалил мне всю инсталляцию. Прости, мою. Блядь, инсталляция. Это Коляныч. Это вот эта шняшка. И... О, смотри какой, это вот твой? Вот этот наг, да, хороший. Шикарный просто. У меня таких очень мало. Вот это я такого уже нашел там. В сохране идеально. У меня такие были, я все раздарил, короче. Блин, что прикалывается. У меня куча шмурдяка вот. Друзьям ну, вот подарил. Еще такой, смотри, блин. О, это вообще шикарный. Такого, кстати, не видел. Угу. Угу, кайфовый. Кайфовый наг. 2 копейки 80. Это шмурдяк, выкинь его. Сколько шмурдяк, она может шмурдяк, ничего редкого. Ну, железо. Это еще железные заколки твои? Да, но таких больших у меня пока не было. Класс. Короче, коп у нас сегодня удался. Мы все едем домой, а Коляныч решил. Да, ну, портал открыт, надо греть. Надо ночью, да, лазить. Ты фонарик есть у тебя? 4 часа, хотя бы до 7-8 дней. 3 ну, часика еще. Как бы да, без 10-4, ну, согласен. Чего не лазить? Мы согласен. Летом это для нас даже не это самое. Даже да. Даже еще не обедали. Все фоткают, Инстаграм, Фейсбук будет, короче, пестрить одними и те же фотографиями. Все, друзья, закончился наш коп, находки увидели, портал сегодня открылся у всех, можно сказать, Андрюха красавчик, это видео однозначно заслуживает вашего лайка и подписки. Он должен быть засыпан лайками. А подождите, я не сфотографировался, ну ладно, скиньте мне какую-то. Все, друзья, я с вами прощаюсь, ненадолго будут у нас еще выезды, обязательно вернемся в это место, вы видели, какие тут находки. Я думал, что тут они еще есть, и надо ну, ходить, что? Выхаживать. Все. Обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем удачи, друзья. Всем пока. Theology – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Theology – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков.
О любом найденном предмете можно спросить на форуме. Эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Violity вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Violity. Ссылки под видео в описании.